Анекдот, помните, был такой? Мужичок летит в самолете и причитает. Ой, упадем, ой, упадем, упадем. Сосед говорит, ты что причитаешь? Я всю жизнь летаю, это самый надежный вид транспорта. Тот говорит, а дело не в транспорте, дело во мне. Я ехал на поезде, поезд сошел с рельсов. Я плыл на пароходе, пароход утонул. Кое-как спасся. Сейчас лети на самолете, все, упадем. Только сказал, бах, самолет начал падать. Стюардесса выпрыгивает и говорит, граждане, падаем в океан. У каждого из вас есть плотик спасательный под креслом и свисток для отпугивания акул. Ну и этот говорит, ну все, либо плотика нет, либо свистка. Сосед такой, да сейчас подожди, вытаскивает плотик, вытаскивает свисток. Говорит, вот все есть, и свисток, и плотик. Тот говорит, ага, либо свисток не свистит, либо акула попадется глухая. Вы сами создаете себе свою реальность. Мозг не отличает реальное от действительности. Он тупой. Он не отличает, правда это или неправда. Все, что вы тут себе нашлепали, закон реализации желания один и тот же, как с реальным, так и с нереальным. Мозг все равно делает одно и то же. Тупая машина. Все зависит от принятых убеждений. Все. Абсолютно. А знаете прикол еще в чем? Иногда достаточно просто не иметь убеждений. Я вам пример расскажу из собственной практики. Однажды шел семинар такой большой, тоже человек на 500. И там была задача в компании, надо было 10 человек в первую линию себе привести за один месяц с соответствующей покупкой охрененной вот такой вот. Вот. И, соответственно, за это дарили подарок крутой. Очень крутой подарок был. Ну и подводят итоги, значит, семинар, выходит на сцену человек, наверное, 12, кто это сделал реально из 500, обязательно найдется один идиот, кто это сделает. Вот. И совершенно спокойно, значит, стоят на сцене, их там расспрашивают, ну как вы это сделали, там, помните про яйцо в 5 килограмм, ну и все рассказывают. Один говорит, ой, это так было трудно, второй, ой, мы все напрягались, в общем, общая идея всех, кто выступал, была такая, мы вывернулись наизнанку, это было так тяжело. И стоит бабуська, божий одуванчик, лет, наверное, под 85, до нее доходит очередь, я вам сейчас попробую передать, как это было. Я спрашиваю, ну как у вас это все было? А как оно было? Спонсору звоню, спонсор, писать будем людей? Спонсор говорит, не будем. Ну я и не писала. А потом осталось 5 дней до конца месяца, спонсор звонит, говорит, что не пишешь? Я говорю, так непосредственно сказал, не надо писать, я не пишу. А верхний сказал, надо. Ну я пошла и написала. 9 человек. В зале тишина гробовая такая. Она говорит, а 10-го не написала, у меня бланков не хватило. И в этот момент зал стек просто вот так с кресел. А знаете, в чем фокус? А бабка не знала, что это трудно. Она просто не имела такого убеждения. За один день хлоп только 10 человек. По штуке баксов каждого так. Раз, 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 раз. Бланков не хватило. Истерика в зале была. У меня где-то это записано на аудиокассете. Надо достать, чтобы вот так демонстрировать. Как-то так вспомнилось. Итак, еще раз. Ваша реальность – это та реальность, которую вы себе создали. Я хочу сейчас, если в зале появятся люди, которым захочется поплакать, господа соседи, не мешайте. Это нормально. Иногда это очень больно. Оглядываться в прошлое, когда ты был человеком, у которого была мечта, и потом в будущее или в настоящее. Просто посмотрите на тот период жизни, который уже прошел, на сегодняшнего дня. Ведь вы там делали какие-то вещи, которые привели вас в сегодняшнюю ситуацию. Сегодня вы имеете нечто, что явилось результатом ваших действий в прошлом. Что-то вы делали и что-то получили сейчас. И вот вопрос. Это то, чего вы хотели? Это то, к чему вы стремились? Это то, о чем вы мечтали?
вы сейчас имеете все, о чем мечтали? Но ведь то, что вы сегодня имеете, это результат ваших вчерашних действий. У кого-то 10, у кого-то 15, у кого-то 20 лет и больше. Но самое страшное в том, что это время уже прошло. И ничего нельзя изменить. Если раньше вам было плохо от того, что вы хотели измениться, но не могли, то теперь вам будет гораздо хуже, если вы не изменитесь. Потому что теперь вы будете это понимать. Потому что в последний день своей жизни захочется оглянуться и посмотреть на то, что вы сделали. И что о вас скажут ваши близкие? И что вы оставите после себя? Свои долги? Свою правоту, которую вы так любите доказывать? А кому она нужна? Вашим детям? Что вы оставите после себя? Свои оправдания, потому что каждому из вас было дано время, 24 часа в сутках, а вы растрачивали его на тех людей, которые, может быть, этого даже не заслуживали. Подружка позвонила, поболтали часок, ни о чем. Пожалуйста. Сосед пришел бутылку не с кем выпить. Потратили 2 часа 3. Пожалуйста. Сотрудник попросил помочь, у вас же лучше получается. Пожалуйста. И может быть в каких-то ситуациях вам не очень хотелось убивать свое время. Но уж больно добрые люди вокруг были. И помогали. Резали и кромсали ваше время. И поверьте, наступит момент, когда ваше время умрет. И подойдет к вам ваш сын или внук и скажет: пойдем в зоопарк. А вы ответите: извини, родной, нет у меня времени. И позвонит мама и скажет: что-то ты долго не приезжаешь. А вы ответите: извини, нет у меня времени. Время – самый жестокий ресурс, который идет по самой жесткой цене – 60 минут в час. И не дай вам Бог в последний день своей жизни оказаться в полной заднице, потому что вы свое время растратили на бесполезные абсолютно действия. Посмотрите на каждый ваш прожитый день. Бывает так, что день раз и прошел впустую. Ничего страшного, это ведь всего лишь один день. Но сложите эти дни, и получится месяц. Сложите месяцы, и вы получите годы. Сложите годы, и вы получите целую жизнь. Жизнь, прожитую впустую. Захотите ли вы оказаться в такой ситуации? Будете ли вы меняться отныне? И стоит ли это делать? Или вы так и будете утверждать, что вы все знаете? Что вы во всем правы? Может быть, когда-то все-таки стоит сделать выбор? Мы в каждый момент времени оказываемся перед выбором. И от того, каким будет этот выбор, зависит течение вашей дальнейшей жизни. Пришло время сделать выбор. Пришло время меняться. Время меняться. Время ставить цели. Время искать причины, которые заставят вас двигаться. Время очень четко простраивать планы. Время следовать этим планам. Время добиваться своих целей. Они ведь заслуживают того, правда? Время принимать решения. Пора меняться. Пора предпринимать такие действия, которые будут направлены на достижение вашей цели. И желательно, чтобы эта цель была великой.
Чтобы не было стыдно потом за то, как вы жили и на что вы потратили свое время. Время действовать, активно действовать в достижении своей цели. Чтобы потом можно было с гордостью сказать: я сделал все, что смог. Я работал на пределе возможностей. И я отдал все, что мог отдать. И я заслуженно имею то, что имею. Время меняться. Но это очень просто. Вы можете это сделать очень быстро. Для этого не нужно каких-то сверхусилий. Это ведь очень просто. Посмотрите на эту формулу. Она очень проста. Всего лишь нужна мотивация, ответ на вопрос, почему вы это делаете. Всего лишь нужно грамотно поставить цель. Всего лишь нужно разработать детальный план по ее достижению и начать действовать. Нужно научиться управлять своими состояниями, своими мыслями так, чтобы достигать нужных результатов. И нужно взращивать в себе систему убеждений, которая поможет вам взойти на вершину Олимпа. Ведь вы этого достойны. Вы ведь заслужили это. Или я не прав? Пришло время меняться. Будете вы это делать? Я надеюсь, что сегодняшний тренинг станет точкой отсчета. И каждый из вас примет решение действовать, несмотря ни на что. Несмотря на то, что происходит вокруг. И пусть даже все рушится к чертовой матери, но вы все равно будете действовать. Потому что вы люди воли. Я знаю о вас очень много хорошего. И если мне сегодня удалось пробудить в вас хотя бы десятую долю того, что в вас дремлет, мир откроет рот от изумления. Волшебные силы, которые превращают нашу жизнь в то, что нам и не снилось, заложены в каждом из вас. Нужно только выпустить их на волю. И время пришло. Готовы это делать? Тогда сейчас надо просто встать. Надо встать. Вдохнуть полной грудью. Расправить плечи. Поднять голову вверх. И сказать самому себе: я обретаю волю. Я верю в себя. Я добьюсь всего, что захочу. Я достоин многого. Моя вера – залог моего успеха. Потому что я человек воли. Я человек действия. Я говорю «нет» оправданиям. Я говорю страстное «да» действиям. Это цена вашего успеха, господа. Это чистилище, сквозь которое проходят все. И вы сможете. Спасибо. Спасибо. Холли и Сокольники. Давайте сделаем следующее. Я вот так закрою и буду здесь писать. Людмила. Мне, Людмиле.